Сегодня я расскажу, каким образом найти вот такой свет, как на этой фотографии. Всем привет! Меня зовут Рустам Шанов, я фотограф, представляю фотошколу «Большой город». Сейчас я вам покажу, каким образом можно сделать такой свет, который у меня сейчас на лице. Ну, практически в любом месте, я думаю, вы можете найти такое. Сейчас видеосъемка идет на iPhone, поэтому задний план не будет так сильно размыт, как может быть размыт на зеркальный фотоаппарат. Значит, я стою в таком месте, где свет у меня сзади попадает от солнца. За счет этого создается вот этот вот рисунок, полосочки вот эти вот. Это вот такой контровой свет получается. Вот. И свет на лицо попадает за счет определенного проема вот там сверху, я сейчас вам его покажу. И если обратите внимание, вот здесь у меня тоже есть некоторое количество света. Это появляется за счет еще одного проема между, скажем так, деревьями, сверху справа, по-моему. Сейчас я вам покажу, как это выглядит, ну, скажем так, на натуре. Сейчас, секундочку. Вот я развернулся, вот проем слева от меня сейчас находится одно дерево, и справа находится другое. Вот через вот этот проем свет попадает мне вот сюда, вот на эту часть. И за счет этого он попадает сверху сбоку, за счет этого создается вот этот тень, и у нас получается классический свет на лице. Вот, свет, который вот сюда попадает, сейчас я вам покажу его, он находится справа от меня. Я разворачиваюсь еще раз, и вот он, этот вот проем, о котором я говорил. Я смотрю сейчас на эту полосочку света, увидел, какая она красивая, и подумал, что было бы хорошо сейчас снять это видео для вас. Вот, как я вовремя снял, потому что сейчас поливалки включились. Вот, и, собственно, вот оно, это место. Сейчас я отойду подальше. Вот так, то есть вот в таком месте вы можете найти красивый свет.